Привет! Сегодня разберем вступление к песне «Гимн Спартака» исполнения Валерия Кипелова. Я сейчас сыграю вступление и подробно расскажу, как его играть. Приступим! Давайте разберем вступление. Начинаем с до мажора, играем от пятой до первой струны. Дальше третья, вторая, первая. И затем прижимаем первую на первом ладу. Опускаем указательный палец, чтобы у нас прижалось две струны. Вот так. Затем два, три. Затем отпускаем первую, ставим до мажор и играем первая, вторая, третья, четвертая и пятая. То есть в обратном порядке. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Дальше выходим на до с ноткой си бемоль. Играем такой аккорд шестая на шестом. Пятая на седьмом, четвертая, ставим барре маленький от четвертой струны вниз. Играем от шестой до второй в подряд. Затем играем 4-3 и мизинцем вторую струну на восьмом ладу. Затем убираем средний палец из шестой струны, играем вторую на шестом. Вот так. Затем третья, четвертая. Убираем средний палец. Играем в барре. Два, три, четыре, пять. Пятая на седьмом. И шестую на восьмом. Еще раз сначала. Затем выход на соль диез мажор. Играем так его. Барре ставим от четвертой струны, также на первом ладу. Мизинцем шестую на четвертом и безымянным пятую на третьем. Играем от шестой до второй струны. Такой ход идет. Итак, сыграли 6, 5, 4, 3, 2, затем третья, вторая и вторую мизинцем играем на четвертом ладу. Потом на третьем вторую, после второй на третьем 3, 4. На соль мажоре играем 6, 5, 4, 3, 2, затем 4, 3, 2, 1 и дальше 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. И выход на до мажор и начинаем из пятой струны играть тему. Давайте попробуем медленно все вступление сыграть сначала. Thank you.
Вот так.